Все, Destiny пошла. Корабль Саватун? Мы хотели найти ее. Но она забайтила нас. Мы думали, что мы были на... Что мы были в деле. Блин, так... А могли бы предупредить хотя бы, что трейлер сейчас будет? О, вар... Граната нового Варлока обновленная. Что случилось дальше? Мы продолжали идти. Фига себе, они даже лайф-актеров позвали на звук. Мы никогда не забудем это. Это все, что ты видел прошлой ночью? Мы отказываемся умереть. Блин, улей вооруженный светом, let's go. Как же он отражает? И ты уверен, что это был свет? Я знаю, что я видела. Это было реальным. Но это Икора, я так понял, допрашивает. Нам надо было понять, что это за вещь. А, это... Подожди, это Эрит Морн? Что она сделала? Верните назад свет. Дайте! Срочно! Looks so, so good. Destiny the Witch Queen, that is coming out in February. And everything you saw there is actually from the first mission of the game, which is so cool. Ага, первая миссия будет во время прохождения. Поздравления, Bungie, 30-летие. All right, now it is time to get to another new game announcement. A few months ago, a Japanese новый анонс. Ну понятно. Все, с Destiny закончили.